дает гроза. Первый раз реально, чтобы его знаю, слышал, чтобы он играл техно, а потом еще и брэнс. Красавчик, спасибо ему. Ну что, дорогие мои, плавненько подбежали к этому моменту. Когда мы с помощью Билла Гейтса постараемся определить одного из самых счастливых человек в нашем комьюнити. Итак, розыгрыш той самой фетишистской карты 1-1-1. Но плюс к этому небольшой бонус от нас. Некая сумма денег, которая позволит получившему ее приобрести визу в визовом отделе. Казань-Дипсер-20. Ну, а почему я сказал Билл Гейтс, чем он нам поможет? Есть такая программа Excel? Есть такая программа Excel, а живем мы в тяжелые сложные времена. Кто-нибудь из нас верит ЦИКу? Я имею в виду Центральный избирательный комитет России. Ребята, я не верю, но я верю в программу Excel и Билла Гейтса. Этот товарищ при разработке программы придумал влупить туда некую форму, называется генератор случайных чисел. Итак, как это будет выглядеть дальше, вам расскажет один из самых интеллигентных людей в нашем комьюнити – Валды! Ну что, ребятушки, дискотека, как Владимир Ильич говорил.